Теплый салат. Теплый салат. А вот за счет чего он теплый? За счет того, что в данном салате будет обжариваться куриное филе. Слушай, давайте приступать, что нам вообще надо приготовить для этого. Для начала мы с вами сейчас подготовленные овощи нарежем. Нарежем их соломкой и заложим, к примеру, вот в эту миску. Так, вам доверю, наверное, огурец, сам перец, лук нарежу. Хорошо? Так. А вот вы не будете плакать, когда лук будет тебе? Не буду. А с чем это связано? Так. Соломка это как вот? Пополам? Нет, давайте я покажу. Да, давайте, вам я на примере сделаю. Достаточно будет вот этого количества нарезать. Потому что в данный салат нам понадобится 70 грамм огурца. Вот нарезаете тогда вот этот огурец. Как? Давайте на одном огурце вы мне покажите, а я Ставлю. Вот такой. Я перец. Тоже половинка перца будет вполне достаточно. Ну не так уж и много, да, как бы он такой. Ну да, поскольку у нас сюда не только пойдет огурец свежий, перец. Мы еще с вами сюда добавим все-таки красный лук 20 грамм. Ну и фасоль консервированная. У нас он такой будет достаточно яркий, вкусный. Он подойдет к новогоднему столу. Да? Ну, он такой красочный, он такой будет интересный за счет вот этих всех цветов. Вот. Ну и у него такая заправка будет интересная. Есть соевый соус, есть зеленое масло у нас. Тоже очень вкусное, пикантное такое. Ну, для пикантности его добавляют, чтобы была такая интересная заправка, так сказать. Кто-то заправляет майонезом, а кто-то заправляет... Да. Ну, данные салаты, как правило, не заправляют майонезом. А почему? Ну, это теплый салат. Он не заправляется майонезом, он не заправляется там какими-то майонезными заправками. Как правило, это может быть на основе оливкового масла или растительного. Так, вот мы с вами все овощи нарезали. Сейчас мы с вами сюда еще добавим фасоль. Фасоль, да, консервированную красную, да. Ну, а белую думаю, можно добавить? Или можно белую, но он будет бледноват этот салат. А у нас нужна яркость. Да, нам нужна яркость. Мы можем его к новогоднему столу подать. Он будет красочный, аппетитный, вкусный. Мы с вами все нарезали сюда. Осталось только курицу. Мы ее сейчас с вами также нарежем. Курицы нам для этого салата понадобится 100-120 грамм. Резать мне этот кусок? Да. Да. Сначала мы режем на большой кусок, да? Да. Режем пластинку, а эту пластинку уже нарезаем соломкой. Пойдем обжаривать. Обжарили курицу в соевом соусе. Да. Теперь мы ее добавляем. Да, теперь пока курица у нас горячая, соевый соус у нас горячий. А что это вот придаст именно? Именно даст прогреться немножко овощам, потому что они у нас свежие, холодные. Добавляем сюда немного оливкового масла. Заправляем, так сказать, соус оливковым маслом. Немножко добавим для пикантности зеленое масло. А что за зеленое масло? Так уж скажите. Зеленое масло там... Оно настояно на травах, петрушка, шпинат свежий, да, вот, базилик. Добавим сюда еще соевый соус. Все это с вами перемешаем. И выкладываем с вами на порционную тарелочку. А порция вот сколько вообще? У данного салата порция идет 200-250 грамм. Ну все, каждый по желанию же, кто как дома может приготовить. Вот. Хоть 300 грамм, хоть 400. Ну правильно, чтобы просто хватило ингредиентов. Конечно. Просто этот салат надо есть сразу же, есть его горячим. Горячим, да. Потому что он мы его с вами сейчас немножко... Кунжутом. Посыпем кунжутиком, дадим ему какую-то еще такую пикантность. Приправим с вами еще перчиком, дадим ему остроты. И веточку. И оформим, веточку зелени. А что
Что это за зелень? Базилик. Базилик. Наш салат готов. Можно пробовать. Да. Действительно красочный, красивый салат очень, да? Вот. Все сбалансировано. Конечно. Он и свежий за счет овощей. Он яркий за счет своих красок. Угу. Ну и сытный. Такую порцию, мне кажется, салата можно съесть и наесться на целый день.